Вот такая у нас работа. Есть такое выражение «поставить крест». Вот в данном случае я крест ставлю на тех зубах. Это выражение нехорошее «ставить крест». То есть все. Так вот и в данном случае тоже все. Те зубы, которые помечены крестом, им все. Их нужно, их точнее доктор удаляет, а я их удаляю в данном случае для того, чтобы сделать на их место протез. Так, ну что у нас тут история? История простая. Пародонтоз съел все зубы, поэтому доктор решает их удалять. А здесь верхний, так, здесь мост с металлокерамики стоял, но он уже отслужил свое. Так, оставляется у нас тут только тройка-четверка сверху. С этой стороны у нас остается пятерка. Так, нижняя челюсть. У нас здесь остается пятерочка-шестерочка с этой стороны. И с противоположной стороны тоже пятерочка-шестерочка. А на остальных всех зубках стоит крест. Значит, будем их удалять, вырезать. Покажу, как это будет выглядеть. Ну что, вот такая вот у нас получилась красота. Все зубки, которые, говорит, на которых поставили крест, я их удалил, убрал. И вот осталось вот так вот. Теперь сюда надо сделать крючки, крючочки, и нужно будет ставить зубы. Вот такая вот история получилась у нас. Вот так вот. Все, будем ставить сейчас крючки. Покажу вам, как она будет потом с крючками выглядеть, а потом буду ставить уже зубки цело, цвет зубов А1, белые зубы, белые. Наверное, человек эфиоп. Что хочу вам показать. Вот, я даже эти крючочки заготавливаю впрок, когда есть время свободное на работе, чтобы мне потом не терять на это время. Вот они, одни левые, другие правые. Вот, смотрите. Я их делаю разные по величине, и какие-то даже бывают совпадают. Очень. Здесь узкая шейка, узкий зуб. Вот смотрите, нашел я. Вот он. Вот он. Вот сюда. Точно он становится. Вот так. Он будет здесь стоять. Этот будет здесь стоять. Так. Да, вот этот. Сюда. А это будет у нас стоять здесь, вот, на клык тоже. Все, ну где-то можно чуть-чуть там подогнуть, не так, что я уж там точно делаю. Ну, по величине, вот, видите, раз, вот так вот становится. Все, под шеечку. Хорошо. И этот тоже так же. Ну и подобно с этими. На пятерочке вот левый один, правый, но на эти уже надо гнуть индивидуально, потому что зубов мало, два крючка здесь не хватит. Нужно, чтобы и с обратной стороны тоже были, чтобы протез держался, хотя все равно он будет плясать. Но мы должны сделать то, что можем максимально. И здесь тут раз, два, три крючка. Здесь будет четыре крючка. В общем, вот так вот. Сейчас я их закреплю лайкером и покажу, что получилось. Ну, сюда еще надо будет приготовить два крючка сделать. Ну что у нас тут? Вот. Смотрите, что получается. Вот. Я их зафиксировал на воске. Теперь тут эти места надо будет их зафиксировать этим акрилом, который вот застывает от ультрафиолета. Вот, ясное дело, крючки должны находиться ниже экватора.
вот этот рычаг, вот этот, который вниз идет в данном случае, это будет давать возможность этим кламмерам, этим крючочкам работать. То же самое с обратной стороны, с противоположной. Вот. Ниже экватора. И мы их тоже тут зафиксируем. Покажу потом, как это будет выглядеть. Ну и здесь то же самое. Вот ниже экватора. Здесь тоже. Вот они, два крючка с этой стороны. Все, следующий этап. Мы теперь будем акрилом фиксировать их. Что я вам покажу потом. Ну, вот так. Вот. Для чего это делается, вы поняли. И для того, чтобы потом, когда поставятся зубы, после того, когда воск этот вымоется, здесь остается промежуток между десной, где-то полмиллиметра, миллиметр, для того, чтобы там прошла пластмасса, пролилась, и чтобы она держала этот крючок. А тут будут стоять зубы. Ну вот, ясное дело, что здесь должно быть все плотно, и что не должно быть никаких зазубрин, потому что когда будем делать ключ, чтобы потом он снимался хорошо. Ключ, ну да. Вот так вот. Здесь то же самое. Такая вот история. И мы его уже засветили. Все, он уже все жесткий. Все. Засветили я их. Они уже все жесткие будут теперь держать крючки. Если она даже это отстанет от зубов, то ее капельку клея, я их приклеиваю. Да, ну, момент китайский обычный. Так, ну что сказать. Вот поставили зубки. Вместо тех зубок, на которых был поставлен крест. Угу. Вот так теперь он выглядит. Так, обращаем внимание на нижние зубки. Если вы были внимательны, у него на самом деле такие зубы были, что в дуге не хватало места, и они были искривленные. Поэтому места также мне не хватало, и я взял их, поставил так же. Ну, это допускается. Так, здесь что у нас? Здесь вроде бы тоже. Так, все, теперь надо будет. Но главное, что как бы центр верхних зубов я выдержал, поставил. Теперь будем... Будем теперь его варить. Вот так. Теперь надо будет с артикулятора снять модель. Сейчас вот так вот. Вы слышите? Вот как у него зубки работают. Вот так. Вот так вот. Все. Будем теперь варить зубы пациенту. Так, ну что, вот. Забыл я вернуться. Вовремя, говорит, я ключ уже сделал на эти модели. Вот, теперь уже изоляцией покрыл. Крючки приклеил, которые на акриле. Тут уже зубы приклеил. Сейчас надо будет, это вот нижняя челюсть. Та же самая история. Теперь надо будет поставить ключ на место, на модель. И заливать, и варить наши модели временные вверх и низ. Ну что, вот такая у нас получилась красота. Я уже тут леднички отрезал. Вот пролился весь протез хорошо. Теперь надо этот акрил отломать. Он хрупкий очень. Ломается хорошо. Вот. И снять модель. Все, и обрабатывать ее. Вот он, верхний
протезик. Вот так вот. Все. Красиво, все хорошо. Вот так. Вот. Вот он. Угу. Вперед. Дальше продвигаемся. Ну вот. Я взял, отпилил здесь этот акрил чуть-чуть, чтобы легче было его вскрывать. И вот так теперь освобождаю крючки. Вот. Вот они. Милые. Все. Целые крючочки. Вот они. Вот они. Этот сюда идет. А этот идет на шестерку, этот на пятерку. Еще чуть-чуть. Этот акрил очень хрупкий, он скалывается очень хорошо. Вот так вот. Все, и также все остальные. Ну что, вот у нас. Я уже не стал снимать, как я их обрабатывал, уже показываю готовый процесс. Готовый исполненный процесс. Это тут у нас временные наши два протезика. Вот здесь заметьте, вот тут на крючках, вот здесь щель, то есть он открытый, и вот этот участок это и дает как раз то этому кламеру, этому крючку работать. Так, с обратной стороны здесь тоже, видите, вот они вот так вот, они открытые, и здесь тоже открытые. Вот на клык и на четверку. Здесь теперь у нас это на шестерку и на пятерку крючок, и с этой стороны тоже самое. На шестерку и на пятерку. Вот так вот. Те же зубы, которые были тут. В такой не очень в красивой дуге. Ну, так что и есть. Вот так вот. Все, будем отсылать.